В соответствии с поручениями главы государства проводится переподготовка школьных учителей на основе новых методик. Усилиями министерств народного, а также высшего и среднего специального образования и научно-исследовательского института имени Авлуани организованы курсы подготовки тренеров на основе опыта Кембриджа. Цель – повышение профессионального мастерства педагогов, обучение новым методам и подготовка региональных лекторов. Сегодняшний слушатель или учащийся не хочет внимать длинным, наполненным лишь теоретическими знаниями лекциям. Сама такая форма подачи информации устарела. Ей на смену пришли живые и интерактивные практические занятия, в которых роль преподавателя больше направлять, чем поучать. Задачи по подготовке и переподготовке квалифицированных педагогических кадров и тем самым повышение качества образования были озвучены и в ходе очередного видеоселекторного совещания. Глава государства дал поручение профильным министерствам и ведомствам в короткий сроки принять соответствующие меры. Для выполнения обозначенных целей организовали курсы для тренеров. Первый этап обучения педагогическому мастерству школьных учителей на основе опыта Кембриджа прошел в Вестминстерском международном университете в Ташкенте. В общей сложности в нем было задействовано 55 преподавателей филиалов иностранных вузов и других образовательных учреждений. В настоящее время при их участии подготовлены тысячи региональных тренеров. Сегодня методика, которая применяет учителям, это и есть прямой путь к качеству образования. Учителями Международного института Вестминстер были подготовлены наши тренеры, и они в течение недели будут готовить тысячи тренеров, которые поедут обучать наших учителей по всей стране. Система Кембриджа направлена на то, чтобы интегрированно обучать детей и развивать у них практические навыки. Преподаватели, принявшие участие во втором этапе, уже приступили к занятиям. Для удобства проведения семинаров слушателей поделили на 20 групп. Уже на первом уроке проводился сравнительный анализ. К примеру, сколько минут уходит у ученика на освоение одного материала, а у преподавателя на объяснение темы. В этой связи участников семинара ознакомились с новейшими методами, применяемыми в зарубежных странах. Цель – разработка методик и также передача этих методик до наших школ, чтобы опыт Кембриджа был внедрен в школы. Таким образом, это повысит уровень подготовки учащихся, даст учителям школ новые какие-то знания, новые технологии. И мы думаем, что в целом мы таким образом сможем внести вклад в развитие системы народного образования Республики Узбекистан. В ходе обучающих семинаров говорили, в частности, о преимуществах методик Кембриджа. Подчеркивалась важность перенятия и адаптации зарубежного опыта для достижения высоких результатов. По мнению специалистов, современных детей одновременно с фундаментальными дисциплинами нужно обучать свободно мыслить и выражать свои эмоции и желания, так как это способствует тому, чтобы полученные знания с легкостью применялись на практике.